Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и мы продолжаем играть в игру в мороженщик в реальной жизни. Лайк и пиши в комментариях, с каким еще мороженщиком ты хочешь поиграть вместе со мной в реальной жизни. Ну а мы начинаем. Подожди. Мороженщик, доктор мороженщик уже здесь. Дима, Дима, давай быстрее в эту сторону. Самое главное задача, чтобы мороженщик не увидел и не заморозил нас. Нам нужно добыть... Да, он здесь. Слушай, обалдеть просто. Ребята, это нереально. Это реально доктор мороженщик. У него белый кровавый халат. У него маска на лице, окровавленная, походу, это какой-то необычный доктор, а хирург-мороженщик. Ребята, это просто жесть какая-то. Я не знаю, нужно дождаться, когда он достанет карту. Мы должны понять, где у него карта. Либо он ее выронит, либо что-то произойдет, либо мы должны ее украсть. Смотрим внимательно, сейчас он достает... Это какой-то чемоданчик, это его какая-то аптечка, что-то. Я не поняла, Дим, мне кажется, что он достает кукуруду. Причем здесь кукуруда хирургия. Короче, ребята, это просто какая-то жесть. Я не знаю, что делает этот доктор-мороженщик. Я не знаю. Он что-то делал, он, видимо, увидел нас. Так, подожди. Он вернулся обратно, он что-то забирает. Тарелку, в которой шоколад. Он ушел в комнату и оставил свой сундук без внимания. Нужно в нем порыться. Давай, быстрее. Итак, ребята, вот эта кукла Вуду. Вот этот сундук. Пока мороженщика нет, мы должны покопаться. Возможно, там есть карта. Что здесь? Какие-то шприцы, таблетки. Боже мой, что здесь это? Карта. Я не вижу. Настоящий шприц. Тут какие-то части тела. Я не знаю, зубы, глаза. Что это? Что? Нам нужно отыскать карту. О боже, что здесь такое? Дима, здесь просто целый арсенал всякого... Карта, штук. Ты нашла карту. Я не знаю, вот здесь что-то есть. Еще. Что-то выпало. Сейчас проверим. Что это? Я не знаю. Мороженщик идет. Берем это с собой. Закрывай, чтобы он не заметил, что мы здесь были. Бежит, скорее бежит. Нам нужно спрятаться. Нам нужно новое место. Дима, он пошел на кухню. У нас есть шанс сейчас. Нужно закрыть дверь за ним. Нужно сделать это незаметно. Скорее, бежим! Он у нас уже 100 раз находил там. Помните? Сядь, а то он услышит тебя. Давай, залази сюда. Итак, это шприц. Я видела у него в чемодане шприц. Какой был шприц? Стеклянный, пластмассовый? Я не знаю. Я не помню. Стеклянный, пластмассовый, но здесь нарисован пластмассовый. Я не знаю, как они отличаются, Дим. Так, дальше что? Что еще? Это что такое? Что там? Не знаю, это какая-то веревка, которая скрепляется крючками. Резинка? Наверное, может быть резинка, я просто не знаю, что это такое. Опять знак вопроса какой-то. Так, далее, что-то это шоколадка Milky Way, что ли, на нее похоже. Похоже на шоколадку. Слушай, а когда он доставал, он разве не достал что-то похожее на шоколадку, он по-моему? Он что-то сделал с конфетой. Он ее положил рядом с куклой Вуду. Что за бред, я не знаю, что это такое. Так, дальше какая-то кассета. Я не знаю, кассеты, это такие старые кассеты, давно уже таких нет, где их искать? Все, больше ничего нет, а вот здесь что-то плохо прорисовано. Это бинт, похоже на бинт. Подожди, ничего не понятно. Откуда ты знаешь, что это? Черт, он идет. Погоди, у нас есть шанс. Что он сделал с конфеты? Он ввел туда какую-то инъекцию.
Точно, он доставал шприц, потом втыкал его в какую-то банку. Что? Что? Мне что-то резко вбросило в жар. Ты что, ела эти конфеты? Я ничего не ела. Какие конфеты? О чем ты говоришь? Мы были всегда вместе с того момента, как я заказала этого мороженщика. Нам нужно срочно найти эти предметы на все. Про все у нас есть только лишь 10 минут. Подожди, стой. Так, походу, он зашел в нашу комнату. Подожди, он где-то спрятан. Подожди, стой, стой, стой. Он спрятан. Пора искать. У нас нет больше времени, пора искать. Он о чем-то задумался. Он о чем-то задумался. Что происходит? Мне кажется, он что-то ищет или что-то прячет. Дим! У нас есть шанс, мы должны бежать сейчас! Давай еще раз проверим, что здесь, пока он занят. Так, блин, офигеть, какие-то инструменты он, походу, делает, проводит какие-то хирургические операции. Так, а это что? Это какие-то... Слушай, мне это знакомо. Знаешь, что это? Эти штуки прикрепляют к младенцам, к ножкам, когда они рождаются. Маленькие детки, когда рождаются, им привязывают такие бирки, чтобы не перепутать младенцев. Походу, это доктор-акушер. И он проводит операции кесарево сечение, то есть он достает детей. Офигеть просто, ребята, вот это трындец просто. Чем он занимается? Здесь какая-то папка с документами, как раз с теми документами. Сейчас я ознакомлюсь, погоди. Давай быстрее, пока он не пришел. Да, 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 именно здесь написаны дети и операции, которые он проводил. Нужно срочно все убрать обратно. Нам нужен шприц, шприц. Пластмассовый шприц. Что, что ты нашла? Нет, 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 все. Убирайся отсюда, пока не поздно. Мы ничего не нашли, ничего не нашли. Он на кухне, Дима. Он на кухне. Он там что-то У нас прячет. Есть время поискать. Давай осмотрим комнату. Какую? Нашу? Что здесь? Где? Я не знаю. Надо все проверить. Надо все тайники проверить. Где? Какие тайники? Нет. Нет. Что нужно искать, блин? Нам шприц. Надо искать по списку. Что? Что? Что, черт возьми, искать в этой комнате? Что? Я не знаю, что здесь посмотреть. Я здесь уже все осмотрела. Нет ни одного предмета, который был бы похож на то, что нам успокойся, нужно. Успокойся, успокойся. Посмотри, где кукла Вуду. Я не знаю. Под шкатулкой посмотри. Под какой? Где? Под музыкальной. Нет, она пустая. Подожди, а внизу? Внизу? Что лежит вот внизу? Это что за книга? Ничего, за книга. Там книги не было? Не нужно было находить книгу? Нет, нет. Это книга. Нам да нужно нет. найти бинт, нам нужно найти кассету, пластиковый шприц и еще какую-то резинку. Кассета, шприц. Я не знаю, тут ничего нет! Черт! Я не понимаю, что это за мороженщик такой. Это мороженщик-доктор. Он весь в кровавых каких-то пятнах. Посмотри в красном ящике. В каком красном еще ящике? Вот, вот рядом. Офигеть. Это нереально. Сгоняй, принеси ручку. Она вон там. Скорее, Дим. Ребята, мы отыскали огромный шприц. Теперь мы его отметим. Так, первый предмет найден. Отлично, хорошо. Кассета. Есть какие-то соображения, где можно найти кассету? Где мы прятались, где у нас была база? Я не понимаю, что это. Он же сейчас что-то кладет в карман. Опять звонит по своему розовому телефону. Это мороженщик-доктор. Это страшный злой доктор-мороженщик. Я такого никогда не видела, ребята. Если вы видели такого мороженщика, то прямо сейчас поставьте лайк. Боже, что он делает? Он куда-то собирается уходить. Он открывает свой чемодан медицинский. Там еще куча всего, я не вижу отсюда.
Где он? Где мороженщик? Он, походу, в дальней комнате. Давай быстренько прошмыгнем. Почему мы здесь сразу не посмотрели? Кукла, странная кукла. Здесь куча дальников. Я не знаю, можно что искать. Все ящики, все коробки, все проверить. Еще какая-то зеленая коробка. Что это? Что? Ты нашла что-нибудь? Я не знаю. Он идет! Беги, Боже быстрее. Мой! Скорей! Что это? На что это похоже? Прячься! Что это? Это просто жесть! Просто если мы не успеем за 10 минут все собрать... Подождите, раздумайте, осталось еще немножко. Что это? На что это похоже? Что это такое? Что это за канат? Что это за клубок? Это похоже на какой-то перетягивающий бинт. Перетягивающий бинт? Бинт. Вот это мы отмечали как бинт. Да, походу это эта вещь. Отметим ее. Бинт. Итак, ребята, мы нашли шприц и бинт. Теперь нам нужно необходимо найти шоколад. Шоколад! Он вводил инъекцию в шоколад. И потом ушел на кухню. Он взял шоколад с собой? Значит, шоколад при нем. Нужно как-то подкрасться к нему и забрать шоколад. Он нес его в какой-то специальном... В чем? В специальной тарелке. В какой тарелке? Где искать? Он смотрел в планшетку. Черт, походу, где-то спрятал. Планшетка для того, чтобы вызов духа. Блин, ни черта не понимаю. Ладно, давай отложим пока поиски шоколада. У нас есть кассета и резинка. Вот такая какая-то резинка и кассета. Где еще мы не смотрели? Какие комнаты? Погоди. В этой комнате мы что-то нашли. Погоди. В коридоре что-то находили. Есть что-то похожее. Подожди, а это что такое черное? Это похоже на ручные наручники. Тут такие же застежки. Походу, мы нашли то, что нужно. Что-то не понимаю. Я ничего не понимаю. Подожди. Что это такое? Я не знаю. Это оно? Походу, теперь похоже. Походу, теперь похоже на это. Да, смотри, тут какие-то крючки как раз. Она именно такая, смотри. Да, это оно. Осталось кассету и конфету. Погоди, я отмечу, иначе нам не засчитается. Не засчитается игра. Черт. Так, все, отлично. Кассета и шоколадка в какой-то таре, в которой он унес. Надо идти на кухню, пока он в коридоре. Хорошо, бежим. Бежим на кухню, пока он ушел. Стой. Я прошу. Нужно быть аккуратным. Он что-то копается в своем чемодане. Отлично. Мы успели. Но где здесь может быть? Не знаю. Здесь что-то нужно искать. Кассету. Или эту тарелку. Кассету или тарелку. Подожди. Я не вижу ничего. Подожди. Что? Наверху. Что это? Это оно? Не знаю. Надо проверить. Это? Похоже на нее. Что это? Офигеть! Пентаграмма. И это конфета. Он заговорил конфету. Будь осторожен. Погоди. Стой. Он в коридоре. Черт. На счет три пробегаем. Раз, два, три. Готов. Есть. Конфеты найдены. Так, у нас остается только кассета. Только кассета и всего лишь пару минут. Сколько у нас осталось времени? Три минуты времени. Нужно искать кассету или мороженщик заморозит нас. Осталось пять кассет и комнату, которую мы еще не посмотрели. Кассета должна быть в комнате, которую мы еще не проверяли. Подожди, ты не видел ее? Может быть, она в ящике? В каком? Где? В ящике кассеты. Посмотрим рядом с ящиком. Походу, он ушел. У нас есть шанс.
У нас уже остался последний шанс. Нужно вывалить. Кассета. Нам нужна кассета. Он идет. Нет. Что? Где? Что это? Что это такое? Ты нашла? Что это? Походу, это то, что нам нужно. Ты нашла кассету? Да, я нашла кассету. Бежим, но он нас заметил. Лина, он идет сюда. Нет. Черт, он меня заморозил. Нет. Мороженщик. Ирина, он меня заморозил, я не могу тебе ничем помочь. Не надо, пожалуйста, я почти успела, я все забрала. Нет! I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun.